Приветствую на обзоре модель от фирмы такой Jungle Blade со значком радиации. Куда исчезла? Вот такой значок. Вот такая интересная модель, называется JR3395 G10. Основное это ее такая выпускается в G10, черная G10, 3D обработка, вот такой ромбообразная, плюс насечки такие, хоть мелкие, но достаточно цепкие. Тут еще бэкспейсер стальной или алюминиевый, тут пока непонятно. Анодированный в синий цвет, и он образует очень большое отверстие для темляка и в том числе стеклобой. С противоположной стороны все аналогично, плюс стальная клипса, такая жестковатая, я бы сказал. Клин строго по центру, в осевом керамический подшипник. Открывается заплавник, это флиппер. Открытие идеальное, практически пушечное. Закрытие тоже под своим весом все хорошо. Лайнер лук. Лайнер заходит полностью, но запаса более чем половина есть. Лайнеры не облегчены. Баланс смещен немного в сторону рукояти. Вес ножа всего 114 грамм, с учетом того, что он не такой уже маленький. Но он узенький, аккуратненький. Клинок. На клинке у нас сталь D2. Здесь же указана и модель. Сатин, спуски прямые, что-то вроде танто, но не совсем оно полукруглое такое, скорее спанто, так называемое. Поперечный сатин, аккуратненький, ровненький, симметричный, все очень хорошо и аккуратно сделано. По обуху у нас 3,6, сведение 0,5, здесь на танто 0,6. Здесь у нас фаски сняты на обухе, есть насечка, хоть он и прямой, но достаточно комфортный и удобный любым хватом. По габаритам общая длина у нас 21 сантиметр и длина клинка неплохая, так большой EDC-шник, 9 сантиметров длина клинка. Вот такой интересный нож, но они выпустили его не только в таком виде, но еще выпустили вот с таким G10, такое, как его еще рыбы назвали, дамасская G10, черная плюс белая, интересное такое, красивое. Аккуратненькое. Все в остальном идентичный полностью нож. Даже модель та же самая. Просто G10 другое. Стоит он, конечно, немного дороже за счет вот этого G10. Но это не первое. Первое такое G10 выпустили рыбы, как видите. Каменелые рыбы. Но у них черная с таким хаки зелененьким. Здесь черная с белым. Какой из них лучше, трудно сказать, и то интересное. Ну, ножи хорошие, качественные сами по себе, близко к идеалу. Я бы сказал, с учетом цены, это практически идеальные ножи. Дизайн специфический, ближе к тактикам. Ну, хороший, идеальный. Рекомендую, ножи прекрасные.